Слушай, ты какую пиццу будешь? Давай пепперони фиалка, заказывай. Окей. А Нубик какой будет? А, я не знаю. Нубик! Ещё... Нубик, давай иди сюда. Надо тут спросить у тебя кое-что. Он же был здесь, куда он ушел? Что за тишина? Ну, погнали. Нубик! Нубик, что? Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Что случилось? Эй, дружище! Фиалка, подожди, сейчас. Ну-ка, пульс. Пульс есть. Так, Фиалка, сейчас, подожди. Опа, сейчас мы... Держись, держись, дружище, держись. Так, опа. Сейчас, 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 сейчас. Давай этот... Так, 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 так. Сейчас. Так, я сейчас это подготовлю. Эти. Как его? Вот эту штуку давай. Вот этот, пинцет давай. Так, так, сейчас, так, так, сейчас. Так. Надо его язык вытащить, чтобы он этот слюной не удавился. Ё-моё, держись, ага, дружище, ага. Держись. Спускаемся. Фиалка, спускаешься? Да-да-да, давай, сейчас, ты первый. Опа, сейчас мы, Нубик, тебя спасем. Вот так вот аккуратно в рот залетаем. Опа-на. Есть контакт. Ну, мы вроде внутри. Все в порядке, тут никаких... Да подожди, еще поспешные нет. Выводы делать. Мы еще толком ничего не осмотрели здесь. Надо сейчас изучить полностью, потому что непонятно, что с ним произошло. Он сразу тут лежал, так и все. Вроде вчера нормальный был. Так, давай так. быстрее, чтобы помочь. Давай, кости все смотрим. Так, здесь все в порядке, рука целая. Сразу мозг тоже мы проглядывали, вроде он тоже целый. Пока никаких признаков чего-то плохого нету. Так, здесь тоже. Может быть, он этот, отравился чем-то? Так, так, так. Ну-ка. Чем? Он же почти то же самое, что и мы ели. Не знаю, Фиалка. Но кости вроде как все целые. Вот здесь, конечно, колено у него потемневшее немного. Но... Ну, вроде все в порядке с ним. Ну да, пойдет. Но все равно, мне кажется, в старости проблемы будут. Ладно, спускаемся давай вниз. Надо посмотреть, что в желудке. И после этого проверить все остальные органы. Так, оп, 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 сюда, аккуратно. Есть контакт. Спускаешься? Да-да-да. Давай, 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 вот так вот, все ниже, ниже. Мы уже почти в желудке. Оп, сюда, здесь. И вот он, желудочек Нубика. О, так, я тут уже что вижу. Что там, я еще не пришла. Куча проблем. Ё-моё, вот здесь сейчас Нубик, приземлимся. Нубик, это ты, что ли? Это не Нубик, Фиалка, это бактерии. Бактерии Нубика, которые заполонили. А чё они как Нубик? Опа, а ну стоять, мелкий. Куда полетел? Эй. Вы кто? Так, мы тебя спасать вообще-то пришли, что друзья Нубика. Вот здесь, Фиалка, это... смотри. Так, остановись. Это я? Это вот этот маленький, смотри, лети сюда. Видала, привет. Какой? А вы кто? Это, как походу, вы сюда это... попали? Одно из антител Нубика. Мы попали через эти, через рот попали. Таблетками уменьшения. Так, а что вы здесь делаете? Это ты можешь... тебя. Можешь, о, да? Рассказать нам. Рассказать нам можешь, что вообще здесь произошло. Рассказать могу. Нубик обожрался сахарной всякой фигни. Ну, типа, у него в кровь просто поступило очень много сахара. Он съел какие-то тут пиццу, какие-то напитки, еще сырком отравленным, короче, ну, просроченным. Плохим отравился, судя по вот всему. Вот это что, от сырка, что ли, все? И от сладкого? Ну да, получается, да. Это просто настолько много этого поступило и настолько резко, что я просто никакой так, силы... Так, а что организм этот не ограничил потребление? Не знаю. Видимо, желание Нубика съесть это было сильнее, чем ограничение любого организма. Так, ладно. Этого стало настолько много, что я не смог с этим ничего сделать, потому бактерия что Нубика было... или антитело Нубика, как тебя называть лучше? Как хотите, так и называйте. Ты можешь еще провести анализ организма и выявить какие-то проблемы, которые тут у него есть. Какие-то проблемы? Повышенный сахар. Ай! Прости. Отравление. Ну, это мы уже поняли, исходя из всего этого дела. Слушайте, после ваших разговоров я теперь вообще сладко есть не хочу. Небольшая тошнота. Ага. Небольшое давление. Ага. Ё-моё. Кажется, короче, все. Фиалка, Нубик в очень серьезной опасности. Еще, такими еще темпами... сердцем, еще проблемы с сердцем, легкими и да капец. Печенью. Все из-за сладкого, что ли? Ну, особенно с печенью, из-за сладкого, да. Короче, что, Фиалка... Спасать его надо скорее. Надо быстрее убирать все остатки сладостей отсюда, а также убирать вот эти ошметки смотрите, просроченного сырка. Магазинчик этого мороженого. Магазинчик мороженого, чего, блин? Да, смотри. Так вот, что я хотел сказать. Разные вкусы есть. Такими темпами, если мы не уберем отсюда весь сахар, то у Нубика разовьется сахарный диабет. И долго все он не проживет.
Я не, могу сам с этим всем справиться. Да я вижу, что не можешь. Мы тебя вообще нашли, знаешь как, Нубик? Мы тебя нашли... Так, мы тебя будем называть Нубик, потому что ты как бы... Хорошо. Часть Нубика. Хорошо. Вот. Ты вообще лежал в коридоре, короче, даже не двигался. Без сознания. О. Так скажем, уже этот, почти кирдык. Ну-ка. Хорошо, что вовремя нашли тебя. А вы мозг обследовали? Да, все в порядке. Так как смогли, пульс был, поэтому мы быстро его переместили на стол операционный и начали проводить операцию. Так, наверное, нам понадобится тут инструмент посерьезнее какой-то. Может, скальпель или буром, что ли, это все дело высверливать? Ну-ка. Буром? Опа. Тут даже, знаешь, сладости с Нового года остались. Опа. Опа, фиалка, давай, наверное, в закромах нам бур какой-нибудь надо. А, о, держи. Ой, ай, тихо ты, ё-моё. Так, сюда. Как тебя передать? Так, а то тут... Опа, вот этим ручным инструментом прям совсем все плохо. Ты где? Держи. Я вот. А что вам там надо? Давай, да ничего нам не надо. Опа, у нас все есть с собой. Так. Ну, ладно. Получается? Да, все нормально. Итак, убираем сладости все из организма. Мы, короче, избавились от вот этих вредных бактерий, которые здесь были, зеленые вот эти вот, страшные. Осталось их следы жизнедеятельности поубирать. Так, да, вот если так можно, пожалуйста. Сюда. Я попробую вам помочь. Ну-ка. Да, пожалуйста, если можешь. О, что-то тут дело вообще плохо идет, если честно. Ну-ка, давай вот так вот. Оп. Так, оп, ну чуть-чуть помог. Кажется. Так. Не, все-таки надо было брать инструменты посерьезнее. Опа, сюда что? Идем. Что? Не очень? Не, у нас там, знаешь, какие еще буры были? В этом. Оба в шкафчике лежали у нас там буры такие, которые заостренными такими наконечниками. Вот это прям, мне кажется, для этих дел было бы. Ладно. Оп. Я думаю, ну у меня с собой его нету. У тебя не знаю. Сейчас мы, оп, сюда идем, вот так вот, потихоньку будем все это дело высверливать. Конечно, возможно, это займет немного больше времени, чем мы планировали, но лучше так, чем вообще дать Нубику заболеть серьезной болезнью. Так, сюда ну идем. Ну так, знаешь, общими силами, и думаю, мы справимся. Оп. Мы должны справиться. 100% справимся. Так, здесь я не могу ничего сделать. Я надеюсь на это. Нет, ничего не могу. Оп, сюда вылетаем. Ну вообще, кстати, у Нубика тут было кое-что. Не спрашивайте, как оно сюда попало. Что там у него попало, куда? Вот у него есть такое и такое. Опа, подожди-ка, ну-ка. Что тут у нас такое? Ого! Какие-то, я так и не понял, что это? Может, вам это сейчас понадобится? Сейчас проверим. Так, ну-ка, оп, сюда. Как он это мог съесть? Нет, это не то. О, вот это вот получше. Не спрашивайте. Почти такое же, как у нас в больнице. Ё-моё. Так, тихонько здесь. У вас в больнице такое? А что это? Это, ну, конкретно вот это не знаю, но похоже, по крайней мере, на бурилку из больницы. На зубы бурилку сверлить можно таким. Так. Зубы сверлить? Да. А-а-а. С этим дело идет куда лучше. Оп, тихонько. Вот так а вот. Зачем зубы сверлить? Нубик что, зубы не чистит? А, ну, это я не знаю. Ну, возможно, у него есть парочка пломб, а может, вообще челюсть вставная. Так. Я этого тоже не знаю. Хотя, подожди, откуда у него пару пломб? У него же всего один зуб. Опа! Ну да. Сюда. Сколько ну все. У вас тут еще осталось? Идет потихоньку процесс. Осталось не так много уже. Ну-ка. Ого, попробую помочь. Здесь пончиков. Так, все убираем. Убираем пончики. Забирай все, фиалка. Надо все убрать отсюда. Так, здесь ну мы да. все убираем. Сейчас я здесь зеленых немножечко еще доубираю этих остатков бактерий. Так. Вот здесь убираем. Вот здесь убираем. Ага, вот еще здоровенная, блин. Ну-ка сюда иди. Вот это я понимаю. Так, здесь делаем. Опа. Опа. Так, бактерия, Нубика, да. Подсказывай нам, как там самочувствие организма? Немного улучшается или нет? Да, чуть получше. Как, сахара стало поменьше. Хорошо. Стало хорошо. Чуть получше. И плюс бактерии вы убираете, и всякие тут вирусы, я смотрю, судя по всему. Да. А вы не боитесь этими вирусами заразиться? Вы же куда, ну как сказать... А у нас иммунитет. Иммунитет? Круто. Да. Хорошо. Все, кто работает в больнице, принимают определенные лекарства, чтобы не заразиться всякими болячками. Так, хорошо. Опа. Сюда а идем. Почему Нубик их не принимал? Вот это уже вопрос к Нубику, почему он их не принимал. Может, оно ему не помогло просто? Вот когда очухается, я ему дам. Это... Зачем так доводить меня, а? Вообще капец какой-то. Опа, сюда. Так, о, здесь уже кажется... А, нет, не все. Да, точно, не все.
Осталось еще чуть-чуть, и мы сможем, оп, убираться из желудка. Ну, в желудке, конечно, тут вообще какой-то беспорядок творился полный. Так, в сюда идем. Да. Сюда идем, оп, все. Я, кажется, больше ничего не вижу. Тут стало лучше, чем было до того, как Нубик решил, блин, вот жрать. Вот это потому, что мы хорошие врачи. Фиалка, давай сюда. Хорошо, мы теперь... куда вы дальше идете? К печени сюда, идем. Так, к печени. Печени. Но с печени тоже проблем достаточно, кстати. Кошмар какой-то. Давай, тут Фиалка. Не так много, о, как в желудке. Выжигаем всех подряд. Ну-ка, сюда. Сюда. Давай сейчас даже будешь собирать... Даже не справилась очистить их. Собирай сладости сейчас все после этого. А потом я буду ломать эти зеленые следы. Так. Договорились. Ну-ка сюда сейчас быстренько вот это все дело. Вы с ними справились. Я бы с ними справлялся, блин, полгода. Полгода? Что? Да. Так. Кажется, Нубика не хватило бы на полгода. Да-да-да, ему нужно прокачивать серьезный иммунитет, чтобы не было таких вот этих вот приколов. Ну-ка, сюда идем. Вот это все. Высверливаем отсюда. Высверливаем все ошметки. Да, с этим он не особо дружит. Так, сюда. С иммунитетом? Ну да, с укреплением, точнее, меня. Ну, это понятно все. Так, вот здесь надо еще немножечко сейчас поубирать. Это какое-то халатное отношение. Вы там ему передайте, чтобы он как-то, блин, в себя пришел, я не знаю. А ты что с ним, связи не держишь никакой? Нет, я с ним связи никакой не держу. А то я так вообще перестану пытаться что-либо делать. Почему? Ну, если он так дальше будет относиться. Капец, нифига себе. Все серьезно у вас там на организменных, опа, связях. А мне казалось, что у Нубика самый лучший иммунитет. Он-то и в трусах зимой ходит. Ну, то, поэтому, что ему не поэтому холодно. Вот такое, ну, ему чисто не холодно, да, он не заболевает от прохлады. А вот так. Все остальное ему очень даже дает, блин, по здоровью. Короче, задохли. Ну, Кепс, можно да. так сказать, наверное. Сюда, вот здесь что убираем. Давай, Фиалка, надо быстренько все доделывать. Так, опа, вот здесь. Я уже представляю, как мы придем, и он будет есть просто обычную кашу без ничего. Вообще, воду будет пить. Так жестоко не надо сразу. Почему это? По-моему, заслужил. Каша это полезно, конечно, но как-то лучше, я не знаю, там, с салатиком хотя бы. Вот салатик. Легкая диета. Юшка из рыбного бульона. Так, опа. Сюда. Ну, главное, чтобы это было полезно. Я там не особо в этом разбираюсь. Ой, тихо. Вот сюда. Я разбираюсь только в плохом, что так, мне мешает что работать. Есть? Пончики и вот здесь зеленая. Опа, штуковина. Еще наверху есть. Еще наверху есть? Где? Да, вот тут, вот здесь. Так. А, увидел. Сейчас вот это убираем. Опа! Так, чисто. Все, кажись, избавились кажется, от всего. Да, здесь, сейчас скажу точно, здесь все. Вылетаем. Отлично. И отправляемся здесь теперь все. К легким. Так, вот сюда. Забегаем быстренько. О, тут тоже бардак. Прям... Да, тут бардак такой примерно как тотальный. В желудке. Как снова в желудке много примерно, работы, да. Много очень работы. Так, ну надо ничего, как-то тут высверлить сейчас. Ну-ка, давай потихоньку. Оп. Надо сейчас вот сюда приземлиться и вот но так у вот. Него даже в легких мороженое, как так? Я не знаю. Я не спрашивайте меня, как оно сюда попало. Я не контролирую пути. А вот плохо, надо, наверное, начинать. Потому что... Это не моя ответственность. А чья тогда? Другая, ну, других, скажем так, организмов. А где они? Почему мы их не видим? Так. Я не знаю. Может, не знаю. Выжигаем. Тут есть еще подобные тебе, да, которые отвечают ну, да. за другие всякие они эти. Они тут тоже бегают. По-моему, они уже не бегают, потому что мы их 100% увидели бы. Так, на тебе. Может получай. Быть, не знаю, есть? Может быть, вы видите только меня, я как главный, скажем так. Как это работает, я не понимаю. Ну-ка, ну, вот сюда. Как? Я не объясню, как это работает. Ух ты, блин, вот это вот, конечно, сейчас будет тут сложный, так скажем, участок. Эть, сюда. Вот это высверливаем все отсюда. Так, вот эти всякие автоматы с мороженными, елки-палки. Вот это все надо высверлить отсюда. Так, сюда. Здесь все мы высверлили. Фиалка, давай кофе все выноси отсюда. Я стараюсь. И тут да, кофе много тут, кофе. Кофе тут реально много, да. По-моему, Нубик кто-то... без кофе, это, да. Конкретно не высыпается. Так, да, сюда. Нубик не высыпается, бывает. Сюда. Да, по-моему, столько кофе пьют, когда вообще не спят. Здесь убираем. Так, ну мы уже вроде как наловчились. Немного побыстрее все это дело зачищаем. Хова. Это хорошо. Это все зачищено. Вон что еще кофе. Что у вас осталось?
Так, раз кофе, два кофе, так, а ну-ка, три сейчас кофе. Я проверю. И, кажись, вот. Все, я больше ничего вот не вижу. Вот тут еще. Где? В углу. О, вижу зеленую огромную, блин. Опа, бактерию. Пошла вон отсюда. Так, оп. А так, кажется, уже все. На здесь выход. Все. Отправляемся теперь к сердцу. Последний, супер важный жизненный орган. Да, это сердце Нубика. Опа-на, я уже здесь вижу тоже проблемы. Нифига да, себе. Да, с сердцем там тоже достаточно проблем. Очень много проблем. Тут даже на стенках, блин, уже эта зеленая жижа появилась. О, тут все сердце в ней, ё-моё. Очень вы плохо. Вы же это исправите? Сейчас, конечно, попытаемся исправить, не переживай. Хорошо. Так, сюда идем. Вот это дело все высверливаем. Фиалка, давай избавляйся от всех бактерий. Опа. Стараюсь. Опа. Опа. А я тут потихоньку они сейчас... Они такие злющие. Все где? Убираю. Ну да, конечно, они злющие. Это ведь токсины. Ну-ка, эть. Пошли вон отсюда вам. Так, зачищаем здесь сердце. Сердце вот это вот все зачищаем, а зачищаем, зачищаем. Смотрите. Думаете, вас не замечу, да? Здесь да, все давайте убираем. Всех там уничтожайте. Сейчас всех уничтожит Фиалка. У нее есть очень... Отличный инструмент, который позволяет разбираться со всякими такими плохими штуками на раз-два, да, Фиалка? Отлично, да. Отлично. Лазерный выжигатель, который выжигает все бактерии. Последний опасный вроде бы все. Так, здесь. Все, больше нету никого? Последний из опасных? Нет. Да. Это очень хорошо. Прям я бы даже сказал, супер хорошо. А я представляла, что когда мы войдем в организм Нубика, то там будут эти всякие машинки, вертолетики. Кого? Откуда им тут взяться, Фиалка? Ну, вот помнишь, теперь... как он хотел стать трансформером? Ну, было дело, да, помню. Теперь, кстати, и я могу вам помочь. Потому ты тоже что можешь мне помочь. Мне стало полегче. Нормально. А на сколько процентов легче сейчас организму Нубика? Ну, процентов на 80, где-то на 80? Так. Ну, где-то так, да. Шансы есть на выздоровление? Он... Да, шансы есть на выздоровление. Он уже должен быть в сознании. В сознании? Блин, если он в сознании, он сейчас встанет со стола. Ё-моё, надо быстрее выбираться. Не-не-не-не. Он не встанет. Ну-ка, чё он не встанет? Ну, потому что не встанет. Чё-то не так с ногами? Да нет, все нормально. Просто будет лежать, отдыхать. Просто так, в сознание придет, но без сил. Вон еще. Вижу. И внизу там что-то есть еще. Есть, убрал. Так, внизу где? Фиалка сломала вот, пончики? Все, убрали, да. Я не вижу больше ничего теперь, здесь. Теперь сердцем. Кажется, сердцем все. Кажется, все. Да, все. Стук очень чистый. Да, согласен, согласен. И теперь я могу приступить к работе. А ты какая у тебя работа? У меня работа. Защита организма работа у меня. Постоянная профилактика и защита. Но я не могу ничего делать, если, блин, на меня слишком много нападает, понимаешь? Фиалка, выбираемся отсюда, пока нас этот защита организма не сработала. Давай быстрее. Да, погнали. Вылетаем наверх. Оп, всё, оп, спасибо оп, оп. Вам, пока. Пожалуйста, давай там. Пока-пока. Защищай получше нашего друга, а то капец вообще. Хорошо, что мы врачи, так бы вообще он откинулся, кони двинул. Так, оп, выбираемся. Выбираемся отсюда и вылетаем так же само, как и попали в организм. Оп, сюда. Фиалка, давай, тебя жду здесь. Взлетаем. Вот сюда. Да. Хорошо, эть. Выбегаем быстренько. Надеюсь, Нубик очнулся уже, и сейчас получится разузнать у него, почему он сожрал столько сладкого. Не так надо с злостью, а то еще вдруг не проснется. Но этот, немного строгости не помешает. Давай, вылетаем отсюда. Поехали. Нубик, ты как себя чувствуешь? Получше. А что получше? Случилось? А что случилось? А мы тебя в коридоре нашли, валявшегося по над стенкой. В коридоре? В коридоре нашли? Ты зачем сырок съел, а? Просроченный. Какой сырок? И сладкого зачем ел столько? И кофе пил так много? Мы еле тебя спасли. Я выпил чашку кофе, блин, и съел две конфеты. Чё за фигня? Слушай, утром. Слушай, Фиалка лично достала из тебя целый автомат с мороженым, несколько ведер кофе. Не ори, у меня так, блин... И пачек 15 тебя, пончиков. Без тебя плохо. Я утром выпил... Да чё... Так, Фиалка, давай скажи, ему витамины, и дай пускай он лежит, короче, отдыхает. Хорошо? Да-да-да, я отдохну, потом все расскажу.